Город Ставрополь. Можно сказать, что центр города. По улице Доваторцев. Неподалеку с Дом культуры. Вот. Такой голубятник здесь проживает. Иван зовут. Вот голубей гоняет. Ну, как можете видеть. Вот многоэтажки рядом. Вот. Это девятиэтажки, по-моему. Так, это вот такая вот у него голубятня здесь во дворе стоит. Там, короче, многоэтажные дома. Вот. Тут пятиэтажка, вот в этом он живет. Вот. Некоторые вон там на крышу сели. Вот эти летают. Вот в центре города. Ваня! Вань, расскажи это. Интересно будет ребятам. По поводу голубятни. Мозги не делают, что ну вот во дворе стоит голубятня. Голубятню построили еще, поставили здесь в 70-х годах. Это еще по возрасту нашей деды, когда модно было. Поэтому, ну вот, купил как бы, да, там документы есть. А что ты купил? Ты землю выкупил или что? Законил. Нет, там документы в то время там справочку давали, что такому-то, такому-то выделили участок. А то есть разрешение имеешь, да? Да, не переоформлял на себя, как бы на старого хозяина, он на прошлый живет, переехал отсюда. Ну. Слушай, а есть вариант эту вот землю, вот что вот, вот голубятня? В аренду. Вот эту землю, чтобы это, или купить, или арендовать. В аренду берут люди, вот недалеко здесь голубятник. Потому что мало ли что, знаешь, изменится, захотят там пятерочку построить, или там еще чего-то, и скажут, убирай. А? Возможно, все, но знаю, что знакомый недалеко живет, в аренду оформил землю. Так ты с этим делом не тяни, прозондируй, узнай. Если такой вариант есть, если ты землю оформишь, то тебя никто не сможет отсюда выгнать. Будем решать проблемы по мере их поступления пока. Да нет, Ваня, неправильно. Надо заранее готовиться. Сейчас неожиданно раз что-то скажут, здесь будут то строиться или все. Да нет, здесь рядом с электробудкой вряд ли, я думаю, какой-то магазин. И потом неожиданно тебе скажут, что вот так и так. Документы покажут, кто-то землю вот в аренду возьмет или купит. Скажет, я здесь хозяин, убирай. Ну, Игорю блогеру голуби отдадим, у него голубятня большая, да? Пусть держит. Кормит, что за Игорь блогер? Гоняет. Есть такой парень. Да? Хороший Ясно. Человек. Так что вот, ребята, в центре города. Вот любитель Иван держит в основном бакинских и этих, Головатых, да? Да, Головатых. Ага. Короче, кто-то летает, кто-то не летает, все голуби разные, давай. Лентяи, конечно. Да, кто-то бьет, кто-то не бьет, как и у всех. Не, ну бьют всех, кто-то лучше кожи. Да, да. Выгонять надо чаще их тренировать, времени не хватает. Да, конечно, имеются неудобства вот в городской черте голубятня. Вот деревьев много, многие вот, видите, садятся на дерево. Ничего с этим не поделаешь. И, вот, и на крышу там, на дом тоже, вот, на пятиэтажку. Они сели, сидят. Так. Короче, интересное вот видео для тех, кто тоже вот голубей держит в городе, для информации. Конечно, неудобства, деревья, повторюсь, что и дома вокруг, но, как говорится, хобби голубятник. Оно? Такая вот так вот. Желтозубенькая. А ну давай.
Не, а, села. А вот двое там прям неплохо поднялись он. Если видно, не знаю, как зацепит камера. Они прям поднялись. На среднюю такую, скажем, высоту. Около 60. Около 60? Ну, для такой голубятни это очень много. Половину сокращать надо. Это что, покажи. Там держать. Оно. Это прошлый раз ты давно снимал его, вот он под раночком был. Ну, ничего, живет вот до сих пор. Ага. Они буйно держатся? Парочка, да. Давай его попробуем. Немножко не долинял, еще крайние перины. На дерево, да? На крышу. На крышу. Ну да, тут все же деревья не уберешь, кто разрешит. Ну, прокопку надо делать, которая поумнее, получше оставлять, Вань. Ну куда это? Столько много. Но ты, Ваня, работаешь, наверное, и времени особо нет, чтобы, да, каждый день тренировать их, а? Ну вот, короче, такое видео вкратце, просто как бы для информации. Мимо ехал, смотрю, голуби летают. Ага, думаю, значит, Ваня на голубятне. Вот заехал. Так что такие дела, ребята. Гоняем по мере возможности. Всем удачи, всех благ и до новых встреч!